тоже не ступала нога человека. Сейчас мы туда прогуляемся. Очень похоже на какое-то дорожно-механическое управление. Старый забор закрыт новым забором. Ну, видно, что сюда не ступала нога человека. Снега тут прилично. А вот и первый вход. Это санузел. Халат висит. Что у нас тут из записи видно? Какие-то цифры. Какие-то цифры. Года не видно. Время. Фамилии. И ничего тут больше нету. А вот за что тут расписывались. Угу. Записи какие-то есть. Замок внутренний висит. Проводов на самом деле много, и странно, что они еще не посрезаны. Тут у нас что есть? Слушай, а здесь какие-то вообще пробирки. Даже непонятно. Так, смотрим по документации, что тут есть. Бактериологический анализ. Может быть, мясом занимались? Творог, сметана, молоко. От какого года-то хоть? 2003. А, наверное, сыр, масло тут делали. Больше похоже, да. Станки вот тут какие-то стояли, потому что вот постели сделаны под них. Это что такое? Даже не могу сказать. Не знаю. Вот крышечек полно. Скорее всего, сметанка была тут.
Но это больше походило, конечно, на морозильную камеру. Потому что и дверь соответствующая, такая бронированная, чтобы холод держать. Вот. Здесь вот тоже, походу, но здесь уже все поободрали. Ну прям чувствуется, что здесь это звук даже по-другому стал. Чувствуете? Слышите? Там эхо, а здесь его нету, потому что здесь много ваты. Ну да, какие-то морозильные камеры. Еще какие-то несколько построек. Сейчас попробуем до них добраться. Вот там какое-то здание разрушено. Ну, вот к этому ближе всего. Давай подойдем. Глянем. Трансформаторная, скорее всего, будка была. Но провода тут еще остались, как ни странно. Просто удивительно. Так, второго этажа у этого здания нету. Здесь вот тоже, походу, трансформаторная будка была. И это бутовка. Кто-то в ней здесь жил. Но она течет. И вся совершенно разбита. Есть еще вот таких вот два тут здания. Фу, снег глубокий, что очень тяжело идти. Даже не могу сказать, что это такое было и на что похоже. Колодец. Много обуви. Это что такое? Не могу даже сказать. Нормально так подразобрали зданица. Такой едкий запах. Может, от этих цистерн? Почему-то прямо здесь вот пахнет. Как будто газом пахнет. Ну,
Ничего хорошего тут нету. Попробуем вот к этому зданию добраться. Тоже все разрушено. Вот еще одно интересное здание. Только боюсь я, что оно затоплено. Хотя нет, не затоплено. Фух. И это просто удача. Просто вот такая подземная емкость. А вот там уже вода. Вот такие вот дела. Получается, что это какой-то молочный завод был. Все говорит об этом.